И всем привет, с вами Макс Риск. Это у нас новый гайд под названием, тут названия нету, но в общем там переводит это специально родительский матч River, то есть какой-то PvP матч выше 40 уровня, если навык способный разблокирован. Специально родительский матч, что-то нужно разблокировать. Так, все, что ты мне нам помог, сейчас тогда я включу. Север 007 переводит это, то есть тут есть такой север 007. А ну-ка, он там рассказывал про себя, сейчас расскажет, потом в конце будет шок, я прочитал, вообще шок. Так, нажимаем, а еще без начала ролика подпишись на канал, поставь лайк. 007, вон он. Да, этот север, вот это его зовут, переводчики в русскоязычном. А я тут, конечно, США стоит, почему бы нет. Так, давайте тогда продолжать. Ну ладно, прокачаем. Тут насколько все стоят. Так, сейчас мысочку прокачаем и приступим. Лидер Оскар. Брюс заместитель. Оскар красный деревья. Брюс красный или синий? О чем это? Красный или синий? Скорее всего, такое что-то прокачать. А ну, герой. Красный или синий? Может, навыки? Красный, синий. Типа того. Так вот. Только пилоты и хиты. Ну ладно, припустим. Специальный подходящий ривер. Но это нужно брать капитана Орика, как там зовут. Одноглазый Эрик, где там 10% к риверу. Это просто мощно. То есть, кто не знает, это значит PvP. Он может убивать монстров 10% лучше, чем остальных, и тоже для начала очень сойдется, если вы там не сражаетесь с игроками, это очень классно, если вы там не умеете. Я новичком вообще подходит. Убирайте капитана Эрика, ну ладно, глазового Эрика. С красными. Так, куда прокачаем хоть что-нибудь? Увеличь атаку войск. Оо, это шикарно. Ты вроде бы ресурсы собираешь. Зачем тебе атака? Куча атак нам не нужны, по-моему. Да. Нужно логически расставлять, это мое мнение, да? Так, увеличить скорость войск. Это у нас как будто отдать войскам. Это ресурсы. Увеличить скорость войск. Ресурсы. Главное, то ресурсы. Но все равно мне нужны ресурсы. Ресурсы. Увеличить защиту войск. Да не хочу. Увеличить атаку войск. Да блин. Увеличить. Здоровье увеличить. Да зачем? Мне нужна добычка. Добыть. Чё-то типа того. Так, есть такие некоторые иконочки, которые подмогают, когда отряд атакует с помощью навыка восстановления 50 еды скорости, ярости. Да вообще, все нужно качать. Так, это что-то такое. Куча запасов. Навык таланта после одной штуки ящиков с ресурсом после сбора 1000 еды. А ты что даешь, а? Атакуй, нет. Ты самый лучший, давайте качнем. Так, ну, короче, найти его получше, чтоб прям нам не мешали, чтоб мы читали. Так, давайте тогда продолжим. Лидер Оскар. Депутат. Оскар, красное дерево. Синий. Ну, он просто неправильно формы отправил, поэтому вот так вот. Оскар. Кто из вас Оскар? Я не в курсе. Подожди. Фрейнис, нет, Оскар. Не, он что-то говорил про других там. Опа-на, нашел его. Этот Оскар, 5200 хп, силы нормально. Так, Оскар, красное дерево, синий, качните его. И еще он еще добавил депутата какого-то. В общем, берете его и качаете на синий. Наверное, что такое вообще классно. Так, читаем дальше. В первую очередь все пилоты. Если у вас нет никак кого из вашего этот скот на железо, дерево или скотом. Ну логично, что скот должен идти, где он там скот. На ресурсы. Или ты на ресурсы. А ты про чем? Здесь я что-то не понимаю. Так, давайте повторимся. Если у вас нет никакого из вас, то есть у меня нет никакого этого Оскара, лидера Оскара, то скот. Но железо, дерево для скота. Значит, скот, ты железо, дерево.
Ясно, железо, дерево. Ура! Окей, ясно, железо, дерево, добыча. Где добычка? Так, тут у нас урон, тут, наверное, что-то типа там умножение, тут декорации, посмотрим сейчас. Вообще непонятно, но нужно сказать, это было в конце матча жестким. Если победить белых мутантов, не, возвращайтесь в город. А чё? То урон белых мутантов возрастает на 0%. Что, блин? Урон может увеличиться в полне на 20, на 50%. То есть я должен стоять, сколько должен быть стоять и воевать? Это прям как капитан Эрик. Воюет всегда. Ну, в общем-то, классная штучка. А ты что даешь нам? Я эту возьму. Когда войск остановится меньше 50. Ого! Атака войск повышается на 3%. Это не нужно. 50 уже, плохо уже. А скорость марша на 4. Нет. Фу. Такое вот. Так, после использования навыков есть 20% шанс повышения атаки войск на 8% защиты на 4. Нет, это самое лучшее. Так, я буду качать. Увеличить скорость войск. Да это не важно. Не важно уже, что качать, потому что у нас есть другие войны, орды. Поэтому я качу тебя. Потому что ты мне нравишься. Так, 1%. Чего так мало? Ну ладно, что поделать, это тест, увеличить атаку войск. Нет. Белый мутант получит 3% урона. Отлично, хай не будем получать. Мы будем их одолевать. За победу над белым мутантом дает опытов. А, еды опытов. Я думаю, опыта прокачки. Это было вообще шикарно. Это была самая легендарная карта в жизни. Можно было 50 ранков, кого-то 49, вы так бам, всех завалили. Завалили. Так, дальше. Общий ревер. Подбор игроков без золотых воинов. Ладно. Золотых воинов. Кто золотой воин? Я еще не в курсе. Вот этот. Он и не золотые воины. Он про них говорил что-то типа того. Общий ривер, подбор игроков. То есть они подходят на ривер. На битву. Ты бьешься на 5500, ты тоже. 5200. Чего ты? Давай, вставай, вставай. 5500, 5200 и 5200. Что, самое мощное, как я понял? Ладненько. Так, давайте дальше. Фускот ведет. Фускот ведет. Хорошо, кто из вас Фускот? Фускот, Ворон, Максимус, Оскар. Фуската. Фуск. Фуската. Это про вас. Так, Фуската ведет, и тогда вы можете взять Маверика. Маверика или Коррупты. Коррупты. Чё, блин? Маверика вот это вот. Мервик. Не Маврика. Мервик и Купты какого-то. Кто такой Купты? Куротоби? Где-то помню. Куротоби. Я не понимаю, это перевод такой нерабочий. Ладно. Куротоби. А, давайте заново. Хускот ведет. Мы уже знаем его. И тогда вы можете взять Марвелка или Куротоби. В качестве своего помощника Фускот ведет за собой эти помощники. Это помощник может помочь вам. Где Фускот? Что-то я не курс. Подожди. Он должен быть первым. Потом ему должен помогать дополнительно. Эти. Я как-то не понимаю. Может быть разные. Но у него есть навыки таланта. Так что, ладно. Трое на всех. Пойдут на одного мутанта или на одного. И воинов, человека, для того. Ревер битва. Так, значит. Качество помощника. Красное дерево. Подожди, это не перевал. По названию Фьюста. Подожди, как-то. Точно, а ну-ка сейчас быстрочком. Так, подожди, что-то как-то не пальцы не работают. Так, вот, давай, давай. Да, Фуската. На русском перевале и на английском, думаю. Что тут ошибка? Оказывается, все нормально. Фускот. Значит, красное дерево Фускот. Так, возвращаемся к Фускоту. Он вам рекомендует качать навыки. Красное дерево Фускот. Синее дерево Мервек. Тоже на английском. Точно Мервек? А ну переведу. Переведу. Хочу знать на 100%. Что это такое? Индивидуалист. Хочет это. Не ты.
Ну, для подтверждения можно на английский сделать. Но я думаю, что это ты. Я не хочу ошибаться, но в этом. В общем, это ты, скорее всего. Да, я чистил английский. Так, заходим в настройку, чтобы все знали, потому что тут не на максимум переведено. Поэтому нажимаем на английский, проверяем второй раз. Это очень важно. А то вы потеряетесь и будете в курсе. Так, вот красное дерево, фускат, синее дерево, красное дерево, фускат. Я понял, что фускат нужно качать на красное дерево. И синее дерево. Мэрвок, да? Ну, а какой у меня, кстати? Я тоже качаю Мэрвока, да? Это он. Попробуем. И тихо-тихо, что-то потеряю. Да, это он. Синее дерево, говорят нам. Вот. А я его не качаю. Чего, блин? Я его не качаю. А что нам даст? Там еще, кстати, скот. Блин. Head int. Так, лучше это не переводить. Атака int. Производство. Не, ну это такое себе. В общем-то, ты тебе предлагают качать синюю, но я что-то как-то не хотел бы. Ну ладно. А, скот. Что тут замешано, скот? Ладно, это вам советую. Ссылка будет, в общем, рецепт. Откуда мне появился это на голове? В общем, все будет в описании. А где там вся текст? Я вроде бы кому-то писал на английском. Так что хочу повториться. Показать вам. Это можно устроить. Как я ответил англоязычному на текст. Так, давайте сейчас покажу вам. Что вы должны писать в комментариях. Сейчас, быстренько. Да, вот и весь сценарий из видео. Сейчас вам покажу. Давайте. Да, вот весь сценарий из видео. Вот, пожалуйста, перейди на английский язык. Да, вот весь сценарий из видео. Вот я скопировал в описании, перевел на английский ему. И, пожалуйста, если хотите то же самое, то сделайте, напишите мне. Я вам перейду из English, окей? Of course, yes, course. Case. Хоть как-то, но может понимать. Так, значит, дальше Мервок на синий предлагают. Я потерялся, Мервок. Мервок, давай. Или Коротоби в качестве... Подожди, я же читал. Да, читал. Так, дальше у нас идет... И, кстати, сколько там времени? Ладно. Еще есть. Так, подожди, я потерялся. Саротоби, говоря по-английски. Так, думаю, это Саротоби? Нет. Кто у вас Саротоби? Подожди, ну это же он. Саротоби. Коротоби. Саротоби, Коротоби. Это одинаковый персонаж. Напиши в комментариях, если ты знаешь. Вот что на английском, нужно найти на английском. А, нет. 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 Очень, наверное, он не до конца перевел, скорее всего, это ты. Просто начало было такое, и ты конец заканчиваешь. Так, значит, ты. Независимо от кого. От кого. То есть, как угодно качайте. О, еще будет в конце, уже конец, уже переходим. О, скоро закончим. Так, покажись. Если вы доведете, как там тебя... Подожди, ты из переводчик. Так, как тебя зовут? Я потерял. Фуската. Если вы доведете Фуската до 47 уровня, вы сможете разблокировать 18% небафа на исцеление. Вот это жестко. Сейчас будет еще жестче. Который является единственным бойцом. Это самое главное. Вы можете получить. И который сведет этот матч с ума. Вы хилите себя на 18%. Офигеть. Общий выбор, подбор игроков без золотых воинов. Это название ролика нужно писать, да? Общий выбор, подбор игроков без названия воинов. Или просто подсказка для новичков. Вот так вот. Сунцы Карутоби. Вас нужно качать, нам самый главный гайд был в этом ролике. Если вы доведете этого пуската до 47 уровня, вы сможете разблокировать 80% и не бафа на исцеление, которое является единственным бойцом, которого вы сможете получить и который сведете этот матч с ума.
Сможешь получить. Как вас качнуть, я хочу проверить. Меня просто начинающий. Офигеть, китаец. Вы из Китая. Окей, skills. Всем спасибо за просмотр, с вами был Макс Риск. Вот такой вот гайд. Качайте его на 80% и все. Кто смотрел видеоролик прям до сюда, то это просто секретно. Я прям специально так сделал, чтобы было нудно. Ну не знаю, просто рандомно решил. Вау, чтобы что это такое? Тихо. Вау, тихо, у вас уточка? Класс вообще. На превьюшке, да, было бы размыто. Все, всем удачи, всем пока. Так, заканчиваем. Пока.